Доброе утро всем. Сегодня у нас 2 августа. Идем на пляж. Живем мы рядом с пляжем. Буквально тут пару минут ходьбы. Идем на пляж Багамы. Это улица у нас Гринченко. Живем мы на Красногвардейской. Так, дойдем до пляжа, я покажу вам пляж. Ну и вот мы вышли уже к морю. По прямой, по Гринченко. Это у нас пляж Багамы. Вчера мы на нем купались, я вам короткое видео снимала. Здесь вот есть кафе, это набережная и сам пляж. Море сегодня спокойное с утра, красивое. Смотрите, здесь тоже есть кафе, есть меню. Смотрите, вот он такой пляж. Людей нормально, не очень много, не катастрофически. Вчера даже нашли, где коврик постелить. Много, но не сильно. Посмотри, это точно нормально. Пойдем туда, в эту же сторону. Видите, лежаки есть. Есть бунгало. В общем, и людей вот столько. Нормально, людей еще немного, 9 утра. Много пустых лежаков, бунгало. Какая красота. Это чистая-чистая с утра. Но. Шезлонг 800 рублей. С 8 до 2 два шезлонга. Один шезлонг 350. Матрас 150. Бунгало 2000, с 8 до 2, в общем, на полдня. Смотрите цены, есть раздевалки, людей немного, как бы есть куда коврик постелить, поплавать нормально. Море чистое, теплое, сначала заходишь холодно, потом хорошо. Так, бунгало, лежаки, малых из воды не выгонишь, красота. Ребенок кайфует, загорает, второй в телефоне сидит. Классно. Так, 11 часов дня, людей много. Но не критично. Нормально. Есть куда коврики постелить. В море поплавать. Хорошо. Смотрите, развлечения. Бананы есть. Цены не спрашивала. Катают. Прямо вот даже есть рыбалка. Номер телефона. Яхты. Погода шикарная. Море сначала кажется холодным, потом тепленькое. Хорошо. Ну и такое количество на пляже людей. Сейчас 11:30 дня. Ну, есть места, есть. Нормально. Вот там дальше центральный пляж, где колесо обозрения. Там, конечно, людей намного больше. А на Багамах хорошо. Второй день мы здесь отдыхаем, мне нравится. Сегодня еще пойдем в другие пляжи, посмотрим. Ну все, буду на этом, наверное, видео заканчивать. Всем пока-пока. До скорой встречи!